Всем бодрого времени суток, у микрофона Моби Смит, и сегодня мы продолжаем играть в свежее творение студии Ironhide Games под названием Legends of Kingdom Rush. Это продолжение развития вселенной Kingdom Rush, знакомой миллионам игроков по культовой серии игр в жанре Tower Defense. Новая игра у нас немножко отступила от канона и представляет собой ролевое приключение с пошаговыми боями и очень интересным сюжетом, как обычно, полным юмором и интересных сюжетных линий и событий. Многих знакомых уже героев, есть многие новых героев, много всего интересного и прикольного приготовили разработчики. Что именно интересного там, мы узнаем из этого видео, точнее уже второе видео. У нас кто не знаком с этой игрой, настоятельно рекомендую посмотреть первое видео по этой игре на нашем канале, а также русскоязычный переведенный мною трейлер. Геймплейный трейлер, так что смотрите по ссылочкам в описании и в конце видео, там будут ссылки на эти видосики. Ну а мы продолжаем приключения, так что устраивайтесь поудобнее, жмите большой палец вверх под этим видосом и будем начинать. Вперед, друзья! Итак, второе видео у нас здесь продолжает наши приключения героев по миру Kingdom Rush, в котором мы должны собрать команду отважных персонажей, отважных деятелей всех мастей, вот, которым будут помогать помощники, тоже всевозможные, с всевозможными умениями и специализациями, победить новое зло, которое появилось и в этом мире и подчинило себе многих других злодеев, которые стали в одночасье мельче и не такие опасные. Ну что ж, в первой части мы с вами познакомились, в первом видео мы с вами увидели о том, как заточенный в темнице Геральт Светозарный, это паладин, его спасли. Вот мне в первом видео комментариями подсказали, что это была Асра, его спасла. Вот это ассасин, один из добрых, так сказать, ну относительно героев. Вот и в первом видео мы с вами выбирались из темницы и из города. Вот, сейчас мы вышли на глобальную карту, и у нас второе приключение называется «Владение Крамтака». Это такой вождь орков, который подчинился темным силам и передал свою орду под управление темных сил. Вот, мы должны будем пробиться через его всех приспешников и одолеть этого Крамтака, ну и завершив тем самым второе приключение. Ну что ж, давайте начинаем. Напомню, что в каждом приключении мы с вами можем собирать команду из тех героев и помощников, которые у нас уже открыты. Вот первое, видите, на глобальной карте у нас указано, что, что мы можем вернуться к первой локации. У нас есть доступна теперь уже вторая локация, остальные пока закрыты. Вот, тут будет много еще чего интересного в этой игре. Вот, ну, мы можем с вами отправиться в локацию Трон Крамтака, да? О, что-то у нас тут за... Ага. Продолжить. Давайте отправляемся продолжить. И вот наша команда героев. Это у нас Геральт Светозарный, Лесничий и Волшебник. Это те, кто, это два сподвижника, которые у нас помогают Геральту в путешествиях. Вот, в битвах главное сохранить самого героя. Приспешники могут восстанавливаться. Да, напомню, кто еще не в курсе этого. Вот, у нас есть еще местечко под еще одного приспешника, которого мы с вами сможем открыть в процессе прохождения этого приключения. Мы должны с вами пробраться через вот эти леса и добраться до крепости Крамтака и выйти на арену и победить его самого. Вот. У нас тут есть несколько альтернативных путей, по которым мы можем двигаться. В каждом из них нас что-то ждет. Есть сражение, вот, где такие вот знамена с черепушками. Это сами битвы. Где есть еще также вот знамена с такими вот кубиками. Это здесь какие-то события определенные, которые нам либо помогут, либо будут мешать. Зависит от того, как у нас завершится это событие. Еще есть неизвестные вот такие вот флажочки. Это будут здесь какие-то рандомные события, которые также помогут или наоборот создадут дополнительные трудности в нас в прохождении этого приключения. Есть у нас инвентарь, как положено любой ролевой игре. И есть вещички, которые можно использовать, вещи и какие-то либо предметы можно использовать для того, чтобы что-то либо добавлять, либо убирать с наших персонажей. Ну что ж, есть еще денежки. И вот такие фишки голубые, которые можно накапливать и прокачивать своих, получать эти камни и прокачивать с помощью них своих героев.
Ну что ж, давайте продвигаться. Ну, пошли давайте наверх. Вот орки. У нас тут наверху нас ждут орки. Внизу у нас были волки какие-то там лесные. Ну, давайте здесь вот первая битва с орками у нас будет на поле боя. Да. Так, уже, насколько я понял, тактика такая. Здесь главное не лезть на рожон. Вот. Дальнобойные стрелки очень слабые в плане физических битв. Поэтому им нужно как можно так, больше избегать физических прямых битв. Вот. Геральт у нас хоть и помощнее, но тоже его могут достаточно быстро завалить. Поэтому так как бы не стоит здесь увлекаться. Вот. И приходится довольно осторожно здесь действовать. Ага, на пролом здесь ничего не получается. Ну что ж, у нас первая битва. Посмотрим, что у нас тут, как нам лучше поступить так, чтобы поменьше получить негативных последствий для своих героев. Так. Ну что ж, есть тут, кстати, моменты, бывают нейтральные тут юниты, которые атакуют как наших, так и противников. Ну и есть еще вот такие вот, видите, как бы взрывчатка, которая может нам помочь. Так, ну пока что ее смысла такого нету. Так, что тут, лучник один есть. Наверное, мы немножко отступим наоборот. Они, пускай они сами на нас нападают. Угу. Так, пока что у нас мы достать их не можем. Ну ладно, давайте. Ой-ой, лучник. Так, лучник. Угу. Давайте еще раз отступим. Угу. Это у нас щит мы накладываем на нашего чувака. Так. Ага. Так, отступим. И попробуем быстро. Да, вот этого мелкого завалим. Хоп, есть, готов. Угу. Отлично, одного мы завалили. Угу. Подождем. Так, у нас сняли у Геральта немножко брони, но он ее восстанавливает, поэтому, в принципе, это не сильно страшно. Главное сейчас дальнобойщика завалить, вот этого лучника. Так. Так, подожди, давай. Огонь, есть. Не, еще живой? Ты посмотри, а. Жучара какой. Ладно, давай. Есть, лучника завалили. Так, теперь. Угу. Ой-ой, сейчас на лучник. О, давай сейчас взорвем. О, есть. Нормально шандарах. Что-то слабо так шандарахнул как-то. Отступим немножко. Так. Немножко тоже отступить надо. О, хорошо. Давай добиваем этого нашего кринделя. Есть, остался один враг у нас. Так, ух ты, удар у него мощный, конечно, да? Почти всю броню наш. А, давайте мы его отравленной стрелой. Кстати, очень хорошая штука, отравленная стрела. Она пробивает, минуя броню, она бьет именно по жизни. Поэтому вот эти бронированных воинов очень классно бить этой стрелой. Плюс она постепенно у них жизнь отбирает. Так. О, отлично. И маг, кстати, тоже пробивает броню. Очень хорошо против бронированных целей его использовать. Все. А вот этот бьет только по броне, да? Ух ты, жучара. Все, видишь, классно. Как видите, ребятки, очень классно сработала ядовитая стрела. Она, несмотря на то, что у того броня еще была целая, он ее добила его, потому что пробивает, минуя броню, пробивает жизнь у них. Угу. Ну что ж, пошли дальше. Так, у нас вот тут как раз те события рандомные, о которых я говорил. У нас тут мы встречаем каких-то разных персонажей, разных, ну там не персонажей, а так, даже можно не назвать, можно ли назвать их NPC, потому что как таковой, в принципе, у нас тут нету. Это просто, видимо, текстовые такие вот типа мини-квестики, которые помогают разнообразить сюжет, добавляют в него там интереса. Вот, и какие-то определенные мы получаем плюс негативные или позитивные, так сказать, эффекты на нашу команду. Вот тут, смотрите, изгнанники Паграса. Мы встретили группу паграсских изгнанников, блуждающих в поисках убежища. Так, можно подарить палатку им, да? Здравствуйте, путники. Мы уже давно бежим от орков Крамтака и совсем выбились из сил. У нас не найдется личной палатки. Мы хотели бы купить одну. Так, ага. Ага.
У меня только одна палатка, а палатка у нас 3 очка здоровья команды. Да нетушки, фигушки, не дадим мы вам палатки. Нам самим нужна. Так, трясяблоковое дерево. Трясяблоковое. Ну и название. Так, мы остановились перед огромным трясяблоковым деревом. У его плодов есть волшебные свойства. Трясяблоки прыгают на своих ветках и дарят заряд энергии тем, кто их съест. Угу. Веревка у нас есть, кстати, да? Использовать веревку для подъема наверх. Давай. Мы использовали веревку, чтобы безопасно подняться на одну из самых нижних веток. И собрали... Ага. Лезть выше. Давай. Отлично. Добираемся на выше, повыше. Тут кидаем кубик. Кстати, если звездочка или крестик выпадает, это да или нет. Получается такого типа, как сказать, по сути, как бросание монетки. Да? Добрались мы наверх. О, смотрите, мы классно как сработали. Отлично. У нас еще... так, давайте прокачку мага задействуем. Вот так. А, или что у нас тут? О, волка. Волка вызывает. Давай вот это. Волка надо будет вызвать, да? А это что такое? Так, призывает ежевики. Не, ежевику нам не надо. Волка. У нас появился новый, так сказать, возможность. Теперь у нас лесничий может вызывать волка, который такой древесный волк, который может действовать на поле боя как отдельный юнит, но действует он какое-то определенное количество ходов, потом исчезает. Так, ну что, давайте продвигаемся дальше. Так, нам здесь надо кого-то... во время этого путешествия мы с вами сможем найти еще одного спутника. Так, укрываем друзей щитом, попробуем, да. Ой-ой, не получилось, блин. Да что ж такое, ты посмотри. Вот жучара, а. Давай восстанавливать как-то жизнь, что ли, этому. Так, очки усталости. Давайте снимаем у этого усталость, потому что он будет очень плохо бегает, если не усталость. Так, угу. Восстанавливаем здоровье. Блин, у нас 2 очка здоровья, получается, мы потратили. Угу. Так. Так, ладно, палатку мы пока не будем использовать. Ладно, попробуем дальше. Что ж, нападение немножко с нам пораненным Геральтом. Ну ничего, придется так. Окей, что ж, давайте так. О, ничего себе, какой крендель здоровый. Ага, тут что-то на фермеров нападают они. Стоп, так, сначала придется сразиться с нами. Хе-хе-хе. Здоровый крендель, здоровый. Смотрите, какой огромный. Чудрило. Так, тут у нас есть, кстати, хочу напомнить, что вот при нажатии на сердечко в левом верхнем углу мы можем посмотреть все полностью данные о здоровье, шкалы здоровья и брони врагов. Так, ого, у нас тут что-то серьезно. Видали, ребята? Так, 2 лучника. Так, что нам первым делом задействовать, а? О, так, подожди. А если мы шандрахнем по... Угу, давайте ядовитой стрелой, что ли, завалим, то попробуем чувака. Так, есть, да? Ух ты, много жизни у него, конечно, я вам скажу. Угу. Отступим. Так. Так, отступим тоже немножко. И на мага наложим защиту. И все? Ой-ой-ой. Ну, оглушил хотя бы одного. А, блин, оглушение еще сбилось с него, а? Ё-моё. Ого, сколько же у него жизни там, у этого чувака. Ого-го, еще сколько жизни. Много, очень так. Ладно, давайте волка вызываем. Так, волк, конечно, не очень сильный, но что ж поделать. Какой есть, такой есть. Так. Ага, что нам делать, что нам делать? Так, давайте попробуем на вот этого. Давай. А, он с броней, блин, зря мы его. Шандр, ай-яй-яй-яй-яй, сейчас волка нашел. Угу. Что-то мало, слабенько мы их как-то бьем. Ой, блин, а лучники какие мощные у них кто-то. Что-то в этот раз какие-то мощные лучники попались. Блин, что-то жестко нас бьют, конечно. Так. Много у него... А, блин, волк исчез. Не, еще не исчез пока. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то... А что сейчас Геральта завалят? Блин. Да вы что, издеваетесь, что ли? Блин, а.
Так, одного завалили. Надо теперь Геральтом уходить далеко. Потому что его сейчас завалят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, что ж получается-то, а? Так, 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 как же нам-то побиться-то? Уходим, уходим далеко. Ой, блин, а, да ёлы-палы. Не, ну это что-то с чем-то. Ребята, как-то мы что-то слабенько очень. Угу. О, завалили самого главного. Да, только это нам особо не помогло. Еще живой, блин. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж делать-то, а? Так, одного мы завалили, но это нам особо не поможет, да? Блин. Ёлы-палы, ребята. Вот и такое бывает тоже, кстати, да? Представляете? Вот, получается, нас завалили. Вот, теперь мы с вами увидели, что происходит в случае поражения. Да, мы заработали какие-то определенные, так, ништяки, так сказать. Но теперь придется нам с вами заново продвигаться, заново проходить это приключение. Так, у нас тут, кстати, открылись во время разных попыток моих, так сказать, неудачных, открылись дополнительные герои. Спутник, рыцарь открылся и вот такой вот рыцарь интересный. И открылся еще у нас герой Асра, да? Так, вот такая вот у нас Асра, стрелок она у нас, который может телепортироваться, там, в общем, отравлять врагов, стреляет стрелами, так, короче, вот такой вот интересный у нас герой. Вот, так, ну что ж, так, а сколько у него жизни-то у нас, Асра? 4 жизни, 2 щита, так, ну такой у нас. Тут у нас до этого, конечно, помощнее чувак. Ну что ж, давайте попробуем продвигаться все-таки. Давайте еще разок начнем сражение и попробуем учесть ошибки предыдущего боя. Да, вот, как видите. Так, ну что ж, это мы просмотрели опять, в общем. Так, начинаем заново. Ну что ж, теперь давайте попробуем, может быть, подвигаться в... О, смотрите, в каждом, кстати, в каждый раз карта по-разному расположение, смотрите, полностью разные расположения этих пунктов, к которым мы можем идти. То есть полностью одинаковых, так сказать, прохождений не будет в любом случае. Тут идет реиграбельность, конечно, на достаточно высоком уровне. Ну что ж, давайте попробуем еще разочек пройти туда вниз. Вот тут к темным рыцарям каким-то там стоят какие-то, да, можно будет продвигаться. Ну что ж, сейчас попробуем учесть ошибки предыдущие и пройти дальше. Справиться, возможно, даже с самим боссом. Конечно, это тоже непросто. Так. Вечеринка окончена, стручки, говорит наш Геральт. Окей, ладно, давайте, что у нас... Что у нас может наш герой? Так, давайте сразу. Что у нас тут? Лучник один тут у них. Ага, здесь у нас один лучник. Ну ладно, давай продвигаемся. Так, динь-динь-динь-динь. И шандарахнем вот этого чувырлоса, который тут стоит. Мы его бахнем этой отравленной стрелой. Очень хорошая штука. Так. О, блин! О, ё-моё! Да шо ж это такое? Как он умудрился сразу нас завалить? Да ёлы-палы! Ну это просто какой-то кошмар. Ужас какой-то. Давай, ладно, попробуем. Чуть. Давай. О, стрелка. Стрелка. Мы тоже здоровались. Стрелка на стрелка разменяли. Не, ну это было вообще свинство, конечно, да? Нате. Завалил, не завалил этого? Ух ты ж, блин, как он у меня завалил тут всего. Так, давайте. Нате. Бамс. Взрыва. Блин, как слабо они, конечно, бьют. Так, куда ты эффект у него свалил? Блин, а. На. Так, осталось у нас что? Два таких ребятенка. Так, давайте. Ребятенка, говорю. Ха-ха. Так, что у нас? Серьезные хлопцы остались. Так, давайте попробуем отойти. И на одного, на одном сосредоточиться. Так. Что-то слабо, ребят. Блин, ё-моё, сейчас нашего завалят кренделя. Так, ну хорошо, что у него хоть броня восстанавливается.
Есть, одного завалили. Так, давай я отойду немножко. И шандарахнем его. У него, кстати, хорошо, что через броню пробивает. Маг и лучник пробивают через броню. Блин, да что ж это такое происходит, а? На тебе. Так, сняли, да? Почти, почти. Ой! Блин, нашего Геральта чуть не завалили, да? Блин, начинаем, называется. Чуть еле-еле продвинулись. Да, очень много зависит от правильной тактики выбранной. Можно почти сразу продуть, как видите, а можно и выиграть. Так, ох ты ж ё-мы, давайте снимаем усталость. А что, нельзя снять усталость? Давайте восстановим нашу команду, постараемся. Да, в общем, восстановили по максимуму почти что. А лучника у него какие-то, у него есть... так, что-то у него с ним происходит. У нас одна красная, видите, единичка жизни. Так, давайте еще восстановим. Так, не получается, да? Ладно, двигаемся дальше, следующий бой. Почти восстановлен на силы. Угу. Опять сражение. Ну ладно, давайте попробуем. С учетом того, что у нас дальше был, перед этим было. Так, ух ты, волк еще, ё-моё. Так, волки и два лучника. Так, блин, лучников надо выносить сразу. Это очень плохо, когда лучники. Так, 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 так. Так, два лучника надо выносить сразу как-то. Так, так, давай. Блин, не до конца получилось. Ого, 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 ого. Давай, наверное, как-то мы... Благословение, так, щит, наверное, как-то надо... А, подожди, волка можно вынести. А, давайте мы волка так завалим. Эть, давай. Есть, волка завалили сразу. Так, и стрелка надо кого-то вывалить. А что, я не добиваю до него, что ли? Блин. Так, окей. Давайте обычной стрелой. И вот этого лучника мы завалим. Попробуем завалить. Нет, не завалил. Блин, надо было вальнуть. Ай, блин, да что ж такое? Что такое у нас дохлый какой-то наш... Не, ну это какое-то свинство вообще, ребята. Так, окей. Ладно, давай валить как-то их постараемся. Мощный. Ого, 5 у него. Блин, мы сейчас продуем. Ёлы-ты-палы, а? Да что ж происходит-то такое, а? Так, уходим и наложим на себя щит. Угу. Ой-ой. Блин. Да это свинство какое-то, а? Что ж это происходит-то такое? Угу. Лучников, блин, это, конечно, вообще... Лучники гоблинских помощнее здесь, я вам скажу, ребятки, чем, блин... вот эти орочи, чем наш лучники вообще. Так, ну что ж, жестко. Все, продули мы с вами, ребята. Да, блин, вообще какой-то капец. Ну что ж, вы увидели, что происходит, когда мы продуваем. Ну, придется заново начать нам это прохождение этого приключения владения Крамтака. Ну что ж, давайте учтем прошлые ошибки и с вами продолжим все-таки сражаться с орками. Да, вот такая у нас небольшая история опять нам рассказывается. То, что мы уже видели в первом видео по этой игре. Мы теперь можем начать с данного приключения и увидеть, что у нас в каждом из попыток у нас здесь по-разному расположены все локации, точнее в локации все пункты. Так что реиграбельная игра по высшему разряду. То есть каждое приключение здесь не похоже на другое. События будут совсем другие и враги у нас будут в разном порядке абсолютно. Да? То есть каждый пункт у нас расположены, каждый раз пункты будут расположены по-новому. Так, ну что ж, давайте попробуем напасть сразу вот на вот этих вот орков, которые стоят вот у нас. Как видите, у нас есть несколько видов путей, по которым мы можем продвинуться и дойти до трона Крамтака.
Так, в бой, говорят нам. Так, здесь у нас что? Здесь лучник у нас есть. Так, и кто у нас тут есть? Лучник, гоблин. Хокас-покас, говорит, да? Лучника надо как-то сразу выводить, но он дальше всех. Блин, как же нам его выводить-то, а? Ладно, давай гоблина первым делом выведем от этого. Еще живой ты, ёлки ты палки, а? Давай вот этого крутого вольнем. Отравленной стрелой. Так, и убегаем, сразу же убегаем. Потому что самый какой-то слабый у нас крендель, этот лучник. Валят его, конечно, не по-детски. Так, давай попробуем вывести из строя вот этого гоблина. Нате. Кто тут у нас? Ох ты ж. Ух, лучник хоть не дошел до нас. Блин. Так. Всю броню у нас сняли. Ну ладно, давайте как-то вот так вот в этого будем валить. У мага и у лучника у них хорошая вещь, что они игнорируют броню. То есть можно бить сразу по жизни. То есть бронированные как раз ребятки у нас чем хорошо, что по бронированным ребяткам можно работать, минуя их магию. Так, движемся дальше. Давай. И накладываем на себя защитный щит такой там. Ах ты ж, жучара. Так, давай продвигаемся. Может, добьем до него, да? А ну, не добьем, да? О, добиваем по нему. Давай. Есть. Ура, мы справились. Идеально справились. С первым боем, конечно. Вот, но он первый, конечно. Поэтому по нему судить еще рано. Что у нас тут есть интересного? Так, пока что мы ничего такого особо не заработали. Вот тут есть какое-то рандомное событие. Сейчас будем смотреть, что у нас интересно. Ух ты, падает дерево. Древно. Почему древно, непонятно. Мы услышали громкий треск. Вверх увидели огромное дерево. Опасно накренившееся над нашими головами. Увернуться, давай посмотрим. Увернулись? Мы успели увернуться в последний момент. Так, взбодрились, короче, адреналин. Лучнику адреналин у нас пришел. Так, что дальше посмотрим, давай. Еще одно событие какое-то. О, торговец. Так, что мы можем докупить? Так, это что мы можем купить? Это у нас что? Зелье с неизвестными свойствами. Ха-ха, это что такое? Священное кольцо дарит очки благословения. Так, и это. Так, ну давай купим вот это вот дело. Так, кольцо. Используем кольцо. На кого? На кого? На Геральта нашего, что ли? О, мы можем прокачать. Смотрите, можем прокачать кого-то. Давайте лучника, что ли, прокачаем. Воу. У него появится свойство вызывать волка, который будет сражаться как отдельный юнит у нас в бою. И сможем у нас нам помогать некоторое количество ходов. К сожалению, не весь бой. Он исчезнет. Так, что это такое у нас? А, это лавка. Лавка, еще раз. Так, это такой значок лавки. Так, и мы можем пойти, смотрите, или сразу сражаться орками, или еще одно событие. Ну, давай пойдем еще одно событие. Может, что-нибудь новое. Может, кого-нибудь встретим. У нас должен быть... Ага, укрываем щитом друзей. Так, давай попробуем укрыть щитом друзей. Что такое? Как-то странно, да? Так, ага, ну все-таки отбились, да? Ура! Сломать замок. Что тут можно? Сундук мы нашли. Давай попробуем сломать замок. Так, ну-ка, получилось? Что-то... Так, сильным ударом выбили замок. И, короче, часть сокровищ повреждена. Но кое-что мы понаходили. Так, ну что ж. Пошли теперь в атаку на орков. Давай, посмотрим, пошли в атаку. Одинокий путник. Так, однажды мы встречали путешественниц. Поговорить, попросить присоединиться. Кто это у нас такой? О, лекарь у нас появился. О, отлично, отлично. У нас будет лекарь, знахарь. У нас будет он нас лечить. О, это то, что нужно, как говорится, да? Так, чтобы восстановить здоровье союзника. Отлично. Вот это нам и нужно было, да? Который у нас может лечить наших воинов. Хороший этот спутник, вот, я думаю, что будет он нам очень хорошо помогать во время наших странствий. Сейчас вот попробуем его сразу использовать. Он у нас будет действовать так, чтобы его не достали. Они напали на деревню. Убить или не убить? Вот в чем вопрос. Да, да, да. Видишь, как видите, много приколов очень даже. Так, ага. Кстати, есть у них тоже вот знахарь, как и у нас. Но он может тоже лечить. Так, мы первым делом должны будем, ребятки, с вами... Так, что? С вами, ребятки, должны будем вынести лучников и ведьму, да? Особенно ведьму. Так, подожди. Так. Лучника. Как бы нам лучника там вывалить-то? Или волка, что ли, сразу вывалить? Так,
Или вот так, или вот так, или что. Я даже не знаю, что первее надо. Так, давайте попробуем. Все-таки, наверное, вот этого. Пускай его убивает. О, яд. Так, одного из... О, попался, смотри, в ловушку. Отлично, отлично. Так, отлично, отлично. Сейчас мы его попробуем шандрахнуть. Подожди. Добью я его или не добью? А ну-ка, стоп. Ай, ё-моё, не получится. Ну ладно. Надо каким-то макаром завалить этого лучника, да? Ой. О, лучник, лучник, отлично. Есть, лучника вынесли. Отлично. А знахарь... Ой-ой. А, вылечивает. У-у-у. Еще один лучник, блин. Ого, сколько вы вылечили у него. Ё-моё, а. Ну ладно, давай тогда мы сейчас попробуем завалить этого лучника. Давайте, на тебя. Еще живой? Ах ты жучара, ах ты жучара. Давай тебе сюда этого волка. Так, волк, волк, появился волк у нас. И отступаем сразу. Чтобы не завалили наших. Все отступают. Так, волк, давай волка вальнуть. О, давай эту вальнем. Ведьму. Она тут у нас есть. Ведьму завалили. Ух ты, блин, волка завалили. О, почти, почти, почти завалили. Так, 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 так. Интересно, ведьма, сколько у нее удар? Так, это у нас удар что? Урон 3. Так, урон слабый, надо отходить. Отступать. Всей командой. Так, стоим. Так, и отступаем этим тоже, ребятки. И попробуем. Блин. Ой-ой-ой, сейчас Геральта нашего, походу, завалят по полной. А, блин, что творится? Так, давай вот это лучника вальнем. Давай, оп-оп-оп. И давай валим лучника. Еее, отлично. Остались, короче, 3 кренделя, да? Так, давай. Все, больше уже некому лечить. Отлично. Сейчас мы, короче, завалим всю эту братью. Так, волк. Волк, волк будет добивать? Давай, на тебе. Анж! Так, о, волка завалили. Так, ну он, в принципе, почти бы уже и исчез. О, осталось два чувака. Так, нет, ждем пока. Пусть кто-нибудь на нас сам налезет. Так, слабенько вальнули, конечно. Так, ух ты ж, жук ты, что творишь-то, а? Угу. Так, давайте в атаку пошли на этих всех. Почти, почти завалил, да? Угу. Нет, подлечить не получается. Атаковать тоже не получается. Ладно, ждем. Ах ты ж, не получается, да? Блин! Сейчас нашего... Ё-моё, подожди, уходим. Так. Почти получилось, да? Так, уходим. А, так, давай знахарем восстановим жизнь. Это посмотрим, сколько ему осталось. 3, да? Отлично, отлично, отлично. Так. О, получилось, да? Победа! Ура! Справились мы, ребятки. Ну что ж, это было, конечно, непросто, непросто, но мы справились. Так, надо немножко как-то жизнь восстановить нашему кренделю. О, во, мы сейчас сможем уже это ему улучшение. И у него, кстати, восстановится сразу же, скорее всего, ожоги наносит. Да? О, все, ура, жизнь. То есть, когда уровень получает уровень, то восстанавливает у нас всю жизнь. Так, отлично, отлично, это было хорошо. А то у нас, в принципе, лечить-то и нечем было. О, продать палатку можно, да? Подарить палатку. Лишней палатки у нас нет. Да нет у нас палатки. У нас самим надо палатку-то. Путники просили у нас палатку, беженцы, короче. Но мы не дали им эту палатку, потому что у нас одна палатка. Ее нужно нам самим, на всякий крайний случай. Нам еще топать и топать до этого главного орка.
Крамтака. Ой-ой-ой, так, что тут у нас? Куча волков. Ого, и в том числе и очень даже какой-то крутой здоровый волк. И не один, даже два. Ого, ого-го-го-го-го, сколько у вас волков-то, ничего себе. Еще и два здоровых. Кошмар какой, посмотри, сколько волков-то, а. Ого, сколько у этого жизни волков, ничего себе, варг. Волки, варг, да. Да ничего себе, у варга, конечно, жизни очень уж много. Угу. Так, как же нам справиться, ребятки, с этим всем делом-то, ага. Ладно, давай, давай, нападаем. Два всего? Так, что-то слабо. Эй-э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 й. Так, надо как-то по варгу шандарахнуть, да? Пусть у него... На. Так, жизни сколько у него там останется, да? Так, прячемся. Так-так-так-так-так. На тебя так. На. Готов. Одного завалили. Так, теперь надо... Угу, как бы нам шандарахнуть-то по этим всем делам-то. У-у-у-у. Так, а что у них с жизнью? Ага, два готовых полностью, а? Одного завалили, так, отлично. Ого, варг бежит, ё-моё. Ого, они бегают, конечно, эти волки. Волки бегают очень серьезно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что творят, что творят? И... Ой, блин! Ты чё, чё творишь? Чё творишь-то? Ёлы-палы-то, а? Надо лечить-то, лечить-то надо. Кошмар-то какой. Три, ну хоть так вылечил, хоть как-то. Блин, да вы задолбали. Ребята, вас это сильно много очень, да? Так. Чё-то надо волка, что ли, своего сделать, давай. Пускай сражается. Так, давай добиваем этого. На. Есть. Мелкого волка одного завалили. Так, кого мы можем вальнуть-то, а? И кого-то надо вальнуть, да, на тебе. О, здорового одного вальнули. А, теперь второй здоровый. Ё-моё, что происходит-то, а? Блин, 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 дайте это. Фух ты ж, ё-моё. А, блин, она не может. Не может, не может их вальнуть. Зарядить надо. Так, я думаю, что надо... А, так, ядовитый атаковать стрелой. Почти добили, да? Так. Ого, а что надо делать-то? Ладно. Так, волк кого-то добить должен, да? Есть. Так, и... И-и-и-и-и. Получается или нет? Так. Умер, да? А ну-ка. Блин! Фух, выиграли. Победа, да. Но Геральта-то завалили. Что самое интересное. Да, уж жестко, жестко, ребята. Жестко получилось, конечно. Блин. Геральта надо восстановить как-то каким-то макаром. Давайте попробуем использовать палатку, отдохнуть. Что у нас получится? Так, о, смотрите, мы можем знахаря, да? Знахаря вас прокачать чуть-чуть. Это что, притягивает цель на один шестигранник? Ладно, нам главное, что его сейчас жизнь прокачается, вот этого знахаря. Так, он помощнее будет у нас. Так, события, события. О, мы можем в деревню пойти, смотри. Давай в деревню, сходим в деревню. Так, немножко восстановили. О, мы можем купить себе зелье. У нас тут есть зелье, восстанавливающее жизнь, да? Отлично, так мы и сделаем. Сейчас восстановим у нашего... Геральта жизнь восстановили и пошли дальше. Так, что у нас тут? Продолжить путь. У нас нету ничем починить. Блин, доспехи. А ё-моё, что ж такое-то творится-то, а? Так, ну что ж, давайте продвигаться дальше. А, можем посмотреть в пруд. Загадочный пруд зеркальный какой-то, да? Так, мы... Так, манил нас из глубины пещеры загадочный пруд. Мы сразу видим, что пруд показывал видение из нашего будущего. Ну, давай посмотрим в пруд. Увидели будущее наше в отражении, став немного мудрее, мы продолжили путь. Так, ой-ой-ой, что случилось-то? А, блин, да что ж такое-то, а? Давай лучника, ладно, прокачаем, что ли.
Капец какой-то, да? Так, о, стрела, стрела у нас рикошетная появилась. Так, давай, ну, давай. Так, немножко лучник стал прокачанней. Блин, у нас тут есть что? Что есть? Сражение-то с кем тут? В обход, что ли, как-то? Так, ну ладно, давай, что ли, пойдем сюда. Сражение. О, все, восстановились мы. Ой, это что такое случилось-то? Там какое-то событие какое-то интересное. Чего там, мы с кого-то встретили, что ли, да? Угу. А, на волков нарвались. Блин. Западня. Это я понял, что это западня, блин, ребята. Так, раз волк, два волка. Ага, волка завалили, отлично. Еще два волка тут. Так, ну давай, валим этого волка тоже. На, есть, отлично. Ха-ха, вальнули волков. Что-то не получилось, да? Есть, один волк остался, да? О, можно его вальнуть. Хе-хе, давай, добиваем его. Давай. О, молодцы, отлично. С западней справились на отлично. Ура! Так, прошли дальше. О, прокачку заработали немножко мы. Так, пошли дальше. У нас теперь пока что вроде ничего. Так, идем. Да, конечно, Крамтак там будет какой-то очень мощный. Скорее всего, босс там орков. Что-то будет серьезное, да? Но пока мы этого не знаем. И поэтому, черт заранее расстраиваться. Да. О, появились какие-то, смотрите, крутые, здоровые орки. О, ё-моё, вот этот с дубиной опять жесткий парень. Так, у нас тут есть и лучники, смотрите. Три лучника, ё-моё, еще и ведьма, и три лучника, еще и эти здоровые. Да, жестко, конечно, жестко, что вам сказать. Я вам скажу, что очень жестко это все тут у них. Так, ладно, давайте попробуем так. Так. Что тут получится? Давай. И фу. Так, два. А ведьма все равно сейчас его вылечит, скорее всего, да? Угу. Так, а что это такое у нас? Вот это у нас притягивает, да? А, так, нет, это нам не интересно пока. Угу. Давай вынесем. Нет, наверное, сразу сначала вынесем одного лучника. Хотя бы, да? Блин, живой оказался. Ёлы-палы. А, так, подожди. Рикошет там давай вот так вот сделаем, попробуем. Давай, добиваем одного вот этого. О, отлично. Ух ты, хорошо ведьму как сняли. Отлично. Отлично, одного лучника и ведьму сняли. Осталось два лучника и два... Так, ага, ждем этих ребят на подходе. Не будем. Так, и на ведьму на всякий случай наложим заклятие. А то вдруг на лучник по нам сейчас шандарахнет. Еще это будет не очень хорошо. Так, давай. Так, удар. Ой, я же говорил. Удачно, удачно мы наложили. Так, и давай. Есть, отлично. Лучник, лучник, лучник. Давай, конечно, так вот тебя. О. Еще живой ты? Ты посмотри какой, а. Живучий-то оказался. На тебе. О! Так, этот хорошо хоть не так быстро бегает. Ой-ой-ой, здоровый. Мы его надо валить как-то. Так, давай так подходим и... Отлично. Ого, сколько у него жизни там. Так. Угу. Как же нам его вальнуть-то, а? Угу. Не, наверное, все-таки отойдем чуть-чуть и... Вот так будем бить. Три. Так. О, а теперь надо ядовитой стрелой шандарахнуть самого здорового, да? Угу. Не хватает нам чуть-чуть на одну, да? А, блин, подожди. Не получается ядовитость, блин. Ну вот это ж, ё-моё. Еще живой? Ну ты жест. О, блин, это плохо. Отстёлы-палы, а? Так. Лучник, лучник. Блин.
Само себя не может лечить, да? Ладно. Тогда делаем так. На тебе. Есть! Ура! Так, давай еще ядовитую стрелу на тебя. Есть! Отлично. Почти добили. Убили. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Главное, не бей. Нет! Не бей его! Нет! Вот ты жучара, а. Блин, завалили. Ну, Геральт весь побитый у нас оказался. Класс, конечно. Так, теперь нам дальше двигаться, что у нас весь побитый наш главный герой. Весь избитый. О! Подожди, нет. Блин. О! Отлично. Ай, блин, не прокачаешь его. Ёшкин ты кот. А, что ж нам надо делать-то? Ладно, давай, что? Кого можем прокачать? Это что такое? Телепортируется в пустой. Так, 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 так. Ладно, давай лучше копье вот это изменим. Так, это что у нас? Так, придает бодрости. Так, ладно, давайте бодрости кого там. Так, и что мы можем еще сделать? Снимает очки усталости. А больше мы ничего с вами, ребятки, сделать и не можем, да? Давайте сюжетные события сходим какое-нибудь. Во. Так, что у нас тут сюжетное событие какое-то будет? А, лавка у нас, да? Отлично, давайте... вот, мы восстановим сейчас здоровье, попробуем. Используем. О, ну, хоть как-то вылечили нашего немножко Геральта, да? И теперь у нас что? Ух ты, у нас теперь сейчас уже все, сражение с Крамтаком, да? Ну что ж, давайте попробуем. Вот, что могли, то сделали, как сказать, подвинули, подошли. Вот так. О, трон Крамтака у нас. Серьезно, в общем, в бой. Идем в бой и попробуем одолеть этого Крамтака. Если получится, конечно. Но будем надеяться на лучшее, что у нас Крамтак все-таки не непобедимый, а мы сможем его одолеть с вами, ребята. Да, вот так вот у нас происходит тут сейчас событие будет. Вот такое. О, в общем, зашли ребятки какие-то. Приключения ждут, говорю, да. Вам не удалось победить моих врагов. За это вас ждет наказание. О, погодите. Мы идти назад, хватать их. Слишком поздно. Удар грома. Ага, то есть у нас он повелитель, короче, Крамтак, у нас повелитель молнии, да? Ха-ха-ха-ха. О, прошли наши герои, да, ну, конечно, сейчас будет жестко. Рад, что вы зашли так далеко. В общем, драка будет, в общем. Ого-го-го-го-го. Так, что у нас тут есть получается, да? Ведьма. Жаль, нельзя переключать ход. Так, что у нас получается? Куда мы можем двигаться с ребятки с вами? Давайте вниз попробуем двигаться и наложить на кого-то сейчас заклинание защиты. Так, давайте вот на лечилка нашего. Так, во. Так, и что мы можем сделать? Стрела рикошет, да? Не, подожди. Ну, давай на лучника вот этого. Так, что, не завалили лучника, что ли, мы еще? Вот ты ж ёлы-палы, а. Давай попробуем саму... О! Попробуем вальнуть ведьму саму. Есть, ведьму завалили, отлично, уже неплохо. Уже неплохо, уже неплохо. Лучника теперь надо как-то вальнуть. Хотя бы одного. Угу. Давай. О, есть, одного лучника вальнули, остались два лучника. О, сейчас будет удар грома. Где тут будет? Ага, надо отсюда быстро убегать будет. Ой, ты ёлы-палы, что творят, а? Блин! Ёлы-палы, да что ж такое происходит? Да плеха-муха. Это вообще, конечно. Ну как так? Как так может быть-то вообще, а? Ну как? Как такое может быть-то? Сразу же вывалили у меня, блин, с одного удара. Завалили, короче, у меня... завалили моего мага. Саботюровые такие, честное слово. Давай попробуем так отбиться и так отстреливаться. Живой, что ли, еще? Ну ты, ёлы, ты палы, а? Давай. О, подожди, а как тут? Уходим с этих позиций. О, есть. Ну хоть одного лучника завалили. Ой, блин! Ну это свинство, свинство, ребята, с вашей стороны. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой,
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, да моего Геральта завалили. Да что ж такое, ты посмотри, еще сколько их валить надо, а? Ну как, вот как тут можно их завалить-то, а? Ну ты посмотри, что творится-то, а? А себя нельзя вылечить, да? Понятно. И чё? Удар грома, я понял, удар грома. Ребята, это все, конечно, жестко. Все, каюк. Да? Блин, ну что ж такое-то, а? Короче, не сработало у нас дело, ну, конечно. Ладно, давай попробуем. Ой-ой. О, блин. Ну, интересно, получится ли завальнуть? Угу. Убежать-то, а? От этой. Так, что-то жестко, жестко очень валят, конечно. Блин. Ой-ой-ой, теперь сейчас босс вышел. Хватит, да, остался у меня всего один мой остался один всего лишь персонаж. Да уж, конечно, серьезно. Ого, кого он там позвать собрался? Ё-моё, у меня всего... Блин, они позвали этих здоровых кренделей. Все, ничего себе, как тут можно с одним справиться, с одним всего лишь кренделем справиться против всей этой толпы? Это жестко, это очень жестко и нечестно, честно говоря, кстати. Я что-то не пойму вообще, как тут можно вообще его победить-то, а? Хм. Это, конечно, какая-то ерундинь. Ну, давай попробуем удар сделать, а? Ой, кого это? Это какие-то непонятные чуваки. Смотри, с кого он превратился. Себя, что ли, в жертву приносят, что ли, да? Давай, а ну посмотри, что будет до драка. Интересно, он сам по себе попадает, не? Воу, 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 что-то было серьезное, да? Ой, телепортируется. Блин, всего лишь один у нас персонаж. Это очень жестко и очень плохо. Ага. Ага, ага. Ну попробуем, попробуем, ребятки, атаковать. Убился, да, он там? Ой, он себя в жертву принес тоже, посмотри. И что дальше? Удар грома. Бам, 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 смотри. Ну, не попал по мне, не попал, да? Только вот сейчас посмотрю, что. Мерзость, я выбираю тебя. Что за мерзость? Воу, йоу, 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 йоу. Блин, а. Не, ну, конечно, вряд ли получится его победить. Но, по крайней мере, мы увидим с вами, ребятки, его в деле, да? Это всего, все это дело. Блин, конечно. Давай попробуем задействовать вот этих вот кренделей. Смотри. Воу, 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 смотри, кто превращается. Не, ну вы что, издеваетесь? У меня же некем воевать, в принципе. Бедный один мой знахарь, конечно, да. Да, это вообще жестко, жестко. Сейчас, а вот эти-то будут двигаться уже. Смотри, все, сейчас моего знахаря завалят, и по полной программе будет тут капец мне, короче, да? Я так понимаю, что будет полный капец. Копец. Так, это что у нас такое? Щупальца давай попробуем вальнуть, а? Есть, щупальца завалили. Только толку от этого. Оу, воу, 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 воу. Жестко, жестко. Смотри.
5, да, только толку. Смотри, ну да, этот удар грома, конечно, получается только за... Только получается... А, блин, опять сейчас кого-то вызывать будет, да? Да ё-моё, ребята, ну что ж вы много вас, много-много, постоянно прибавляетесь. Что-то с балансом тут намудрили, конечно, блин, ребятки. Угу. Да уж, конечно, не получается так тут про... так отбиться от этих... Слушай, сейчас меня загонят, походу, в... Так, да, загонят меня, походу, в угол. Все, я тут, получается, скорее всего, попал уже просто по полной. Так, ну не ладно, ну ладно, придется так, что ли. Блин, и что делать, что делать, что делать? Да ладно, давайте атакуем этот. Может, хотя бы получится так его завалить. А, смотри, сейчас меня все. Каюк, все. Ну что ж, да, получилось как печально, сказали, да. Мне даже начинало нравиться. Вот такая была у нас встреча с крутым боссом Кромтаком, который, оказывается, как видите, связался с какой-то непонятной мерзостью. Он вызывает каких-то кренделей интересных, которые постоянно-постоянно прибывают на поле боя, и очень сложно с ним бороться. Даже получается, ну, как бы страшно было бы... О, мы открыли Брукса, от колдунья Брукса, который сможем использовать потом в, в новых приключениях. Да, у нас теперь есть и Астра, и Брукса, можно будет и в следующих видео попробовать их в деле. Вот, ну, странно, конечно, вообще здесь сделан баланс. Конечно, маленькая команда моих героев, а их все прибывает и прибывает у босса этого. Как видите, кроме орков, у него еще есть вот это какие-то непонятные чуваки, сектанты, короче, которые превращаются в монстров. Это, видимо, как раз представители той самой злой силы, которая напала на мир Kingdom Rush. Ну, вот такой вот у нас получился второй видос по этой игре. Вот, попробовали мы пройти второе приключение Трон Кромтака, к сожалению, не получилось, но дошли до самого босса. Вот, но босс оказался очень крутой. Попробую я его позднее сам пройти, и дальше в следующем видео у нас будет уже третье приключение. Вот, но обязательно расскажу, как я его проходил, так что смотрите в следующих видео обязательно. Вот, и ну что ж сказать, такой вот у нас получился обзорчик, продолжение прохождения. Кому понравилось наш видос, ставим лайк. Если еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Не забывайте при этом жать колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе новых видеообзоров на нашем канале. Ну а на сегодня мы будем уже заканчивать. Всем, ребятки, удачи и до новых встреч. Забегайте к нам почаще, будет еще много интересного. Пока, друзья!